Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Смотритель кладбища». И нам с вами нужно сделать пиво. Да, нам нужно сделать пиво для того, чтобы положить его на палеты. Так, чтобы сделать пиво, нам нужно с вами... Так, кружка пива и кружка медовухи. Нам нужно пиво. Значит, нам нужна вода и нам нужна пшеница. Так, ну что, погоди-ка секунду. Пшеница. Здесь у нас не то. Здесь тоже не то. И здесь тоже нету. Это очень плохо на самом деле. Так, для того, чтобы сделать пиво, нам нужна вода. Пошлите тогда наберем воды в первую очередь. Так, может быть, где-то здесь и пшеница у нас есть. Так, у нас мука. Я всю пшеницу, видимо, переделал. А нет, смотрите-ка, пшеница есть. Но этого, наверное, нам будет мало. И водичка. Так, это у нас синее желе, это совсем не то. Это совсем не то. А где вода у меня, а? Вот, ребят, воды целая куча. Замечательно. Так, давайте мы, наверное, что-нибудь лишнее выложим. Всякие черепундели. Так, где тут еще водичка есть? Все? Нету больше. Я всю забрал, да? Ладно, пойдемте с вами быстренько сварганим пивасик. Так. Ну-ка, А, нам не хватает. Слушай, нам не хватает пшеницы. А за пшеницей нам нужно куда идти? Мы можем, в принципе, посмотреть у себя здесь на огороде. Может быть, она где-то у нас растет. Я вижу только морковку. Вот, вот она и пшеница, ребят. Давайте быстренько соберем. Замечательно. Так, мне семена пшеницы. Ну, в принципе, пускай будут. Но главное, это сама пшеница. Надо будет, кстати, посадить. Да, заранее еще немножечко, чтобы она тут росла. Нам, по ходу дела, здесь очень много нужно будет пшеницы. Так, посадить. А как у нас там все это делается? Выберите семена. Ага, вот и семена как раз пшеницы. Так, давай здесь посадим. Замечательно. Все позасажаю здесь нашей пшеницей. Че, уже утро, что ли, наступает? Или мне кажется? Или туман просто такой? По всей видимости, наверное, ребята, тут у нас туманище наступает. Так, последний, ребята, тут у нас островочек остается, да, для... А, и семена закончились. Все, я понял. Ладно, пойдемте быстренько опять же к себе в подвал и посмотрим, хватит ли у нас с вами пшеницы. Ну, и водички заодно прихватим, да, на всякий случай. Что-то я в этом тумане ничего не вижу. Зомби бедный тут ходит сам по себе. У меня там все склады заняты, поэтому он, ребят, ничего не может выложить. Ну что же, давайте сделаем. А как нам заказать количество, а? Нет-нет-нет, давай обычный пивасик создадим с тобой. И что? Нам придется теперь ждать какое-то определенное количество времени. Слушай, я думаю, что есть вариант поставить еще одну пивоварню. Сколько она стоит? Нужно 24 камня и простые железные детали. Поехали. 24 камня и простые детали. Потому что мы на одной пивоварне далеко не уедем с вами, согласитесь. Камень. Где-то, я знаю, у меня должен быть, ребята, лежать камень. Его должно быть тут у меня очень много. Вот. Так, нет, это известняк. Это совсем не то. Тут стамески, елки-палки. Что, у меня и камня, что ли, нету? Такого быть не может. Просто не может быть. Так, кусок мрамора. Кусок камня. Есть, ребята, немножко камней у меня. Так, надо выложить что-нибудь. Давай я выложу историю. Выложу самородки серебряные. И речной песок. Зачем я это все таскаю с собой, я не понимаю. Бумагу выложим. Давайте порошок здоровья тоже выкинем. Так, вера. Ладно, вера пускай полежит. Вот компост уберем и капусту. Все. Замечательно. Так, и нам нужны простые детали. Самые простенькие, вот они. Давайте создадим. Сколько я там штук? 6 штучек взял, да? Слушай, я думаю, что должно хватить еще на одну пивоварню. Так, ой, как долго, долго, ребята, по времени делается что-то это у нас. Но тут у меня есть местечко. Так, подожди, вначале нужно сделать же ее, елки-палки. Я совсем все забыл, давно не играл, ребят, поэтому не обессудьте, если что. Так, пивоварня. Да чтоб тебя, нам не хватает камня. 24 нужно. 24 камня. Я сомневаюсь, что здесь у меня будет он лежать. Все это дело находится здесь. Так, тут, надеюсь, у меня, ребята, просто камень или это мрамор? Они, по-моему, натаскали сюда мне мрамора.
Да, по ходу дела, дай-ка я выброшу это все. Я вижу, вон там он лежит, вроде бы как камень. Вот, ребят, на самом верху. Да не нужен мне этот мрамор. Вот, камень. Камень у нас, где, интересно, он перерабатывается, а? Вот здесь, что ли? Или я... Так, кусок камня. Так, погоди-ка, если я вот сюда положу, вот на эти палеты. Да чтоб тебе, я что-то не могу понять, как нам сделать. Все позабыл абсолютно, ребята. Если я положу его здесь, ну, якобы он у нас лежит на складе. Теперь-то я смогу? Да, вот так это все делается. Давайте, ребята, создадим камень. Сколько там сейчас нам выпадет? 8, всего лишь 8 камней? Ну, на самом деле этого мало. 8 камней. Нам, если у нас так дальше, ребята, пойдут дела, нам камня надо будет очень и очень много. А шахта у меня далеко. Я до туда не хочу, если честно, идти. Так, зомби там у меня морковку выращивает. Так, может быть, где-то еще все-таки завалялся. Давайте, ребята, я посмотрю по своим вот этим вот сундучкам. Их у меня здесь очень много. Здесь склянки, пробирки. Это у нас органы тела. Так, здесь все связано с древесиной. Так, ты что у меня тут бежишь, несешь? Я не могу понять, он просто так бегает или что-то он все-таки делает здесь, а? Ладно, ребят, предлагаю вам быстренько телепортнуться на наш склад. Так. Использовать. Да что ты выжил? Использовать, и мы летим с вами на карьер. Здесь-то у нас камня хоть отбавляй. Создаем кусок камня. Подожди, мне нужен обычный камень, вот. Подожди, это у нас оградки. Зачем мне оградки не нужны? Вот, кусок камня. Самое то, что нужно. Ну-ка. Ему надо обойти обязательно с правильной стороны, чтобы это все начать делать. Кстати, у нас, ребята, энергия заканчивается, да? У нас заканчивается с вами энергия. Подожди-ка. У нас камень лежит. Почему ты перестал дальше делать? Давай, 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 родной мой. Варганим с тобой очень много камней. Так, создать. Слушай, а там же можно было как-то, я помню, аж целую партию заказать. А не вот так вот, как я делаю, помаленьку, полигоньку. Слушай, у нас в этом доме с вами... Фу ты, я уж испугался, они тут добывают у меня зомбарики. У нас здесь кровати нету, да, по-моему? Нет, есть, я могу здесь спокойненько, ребят, кимарнуть, восстановить себе здоровье и, соответственно, продолжить дальше добывать себе камень. Давайте так с вами и поступим. У нас как раз ночь на дворе наступает, и мы пойдем с вами работать ночью. Нам больше делать нечего, вот как вот ночью только работать. Ну что, выспались и сохранились заодно. Я отлично выспался. Я за тебя рад, парнишка, что ты отлично выспался. А мы с тобой будем создавать камень. Отлично, все. Кстати, ребята, я вот этот камень, с вашего позволения, поставлю на палеты, чтобы... А то разбросано, во-первых, все везде как-то непорядком. А вы посмотрите, сколько у меня здесь руды. Да, я в свое время, помню, что-то искал. Ты посмотри, это ж трындец просто. Медная руда. Жесть, у меня сколько ее. Да, я только сейчас вспомнил. Только сейчас вспомнил. Ну что, эти у меня приступили работать. Вот у меня добывается здесь камень. И здесь у меня добывается мрамор. Ну, я думаю, что, наверное, нам... И мрамор, и все это дело, ребят, тоже пригодится. Потому что мы начинаем с вами с обычного пивасика. А думаю, в конце нам скажут: парень, давай-ка мы с тобой сделаем коньячку, или водочки, или какой-нибудь самогоночки. И как всегда скажут: нужен камень. Поэтому я все-таки сделаю побольше. Как... А, вот, вот, ребята, вот так вот оно все и делается. Надо просто стрелочкой показать, сколько нам нужно. И давайте быстренько с вами сделаем. Кусок камня. Так. Погнали, давай. Да что ты делаешь-то? Работать, F, а не E. Сейчас мы с вами тут заварганим камней. Так, по 8, да? С одной глыбы получается 8 камней. Сейчас этого будет нам достаточно. Кстати, вот у нас, ребята, опять же копятся вот эти очки. Я хотел, знаете, что глянуть? Нашу книжечку по технологиям. Что-нибудь новенькое сюда добавили или нет? Так, по-моему... По-моему, ничего новенького нету, да? Суперсила веры, свет веры. Но это было еще и тогда. Просто я это не прокачивал. Так,
купажирование, зомби-виноделие. Слушай, подожди-ка, зомби-виноделие. Давай-ка изучим. Это, я так понимаю, ребята, у меня... А вот и зомби-пивоварня. Господи, новенького, говорю, нету. Все есть. А это у нас что такое? Не переведено, ребята. Это, видимо, зомби, который будет собирать или сажать виноград. Так, это выучили, это мы с вами выучили. И зомби-ферма. Ну, на ферме у меня зомбарь уже стоит. Так, это уже хорошо. Значит, я могу, ребята, на пивоварню поставить зомби. У меня как раз там один валяется. Я думаю, что надо будет его, как говорится, примастить, да, к делу. Пускай он, нечего ему там валяться, прохлаждаться. И вроде бы как все. Зомби-лесопилка, это тоже у меня все сделано. Ну что ж, ребята, интересно, у меня можно обратно откатилось, нет? Откатилось. Использовать и летим обратно к себе в милый дом. Хорошо, давай зайдем сюда. Так, кружечка, 10 даже кружечек, вот это уже радует. Так, блин, елки-палки, я уже иду сюда, чтобы ставить. На самом деле, вот здесь все это делается. Ну ничего, ребят, потихонечку привыкну, адаптируюсь. А, пивоварня должна стоять на определенных участках. Вот оно что. Хорошо, одну поставили. Теперь нам не хватает простых железных деталей, да чтоб тебя. Пойдемте еще немножко с вами сделаем простых железных деталей. Так, простые железные детали. Мало, да? Надо еще, наверное, сделать. Давай. Ну, я думаю, что вот этого будет достаточно. Что не сделаешь ради пивасика? Так, а погоди-ка, мы еще должны собрать. Я понял. В данный момент мы просто установим. Ах ты, не вмещается. Только лишь вот так. И вот сюда могу, ребята, еще одну пивоварню поставить. Так, теперь, естественно, все это дело собираем с вами. Опа-на, у меня энергия закончилась. Есть что-нибудь перекусить? Красное вино. Использовать. Это, ребята, мы восстанавливаем себе таким образом энергию. Все, здесь мы сделали. Естественно, давайте, наверное, вот здесь вот. Что такое? Я не могу... Где я не могу построить? Да такого быть не может. Да ладно, а кто я не смогу подойти, получается, да, ребята? Вот к этой пивоварне я не смогу подойти, потому что она стоит в таком... Господи, мне придется тогда сносить ее. Поставил тоже на свою голову. Так, где у нас там убрать? Вот это мы уничтожаем. Все, надо только забрать детальки, которые там остались. Ну что, получается, у меня только лишь 3 пивоварни. И мне нужен, ребята, зомби. Зомби у нас, по-моему, где-то валялся, я ведь помню. Я еще приходил, пинка ему давал, что фиг ли ты тут лежишь. Вот он. Так, давай-ка проверим, будет ли он действительно работать на той самой пивнушечке, на нашей. Как это сделать? Давай вот на видное место вот сюда вот попробуем. Секунду. Хм. Я не могу его установить. Слушай, ребята, а он не хочет. А как же нам тогда его поставить? Кто мне это скажет? Технологии, давай еще разок посмотрим. Давай еще с тобой глянем. Так, зомби, зомби. Что у нас связано с пивоварней? Какой значок? Вот это, наверное, да? Нет, тогда вот здесь посмотрим. Зомби-ферма. Там работает у нас виноградник. Зомби-пивоварня. А, это у нас чертеж. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Так, вот она. Вот она, ребята, зомби-пивоварня. Нужно 10, точнее 12 простых железных деталей и сложных. Так, значит, 2 простых, да, и 4 сложных. 2 простых и 4 сложных. Тогда мы с вами сделаем. Зачем я тогда вот эти вот пивоварни наделал, елки-палки? Сглупил. Значит, нам нужны с вами и простые, и сложные. Для этого нам нужны железные слитки. Понеслась, как говорится, душа в рай. Теперь нам нужно вспоминать, где у меня лежат эти железные слитки. И если они у меня вообще. Да ладно, только не говорите, что у меня этого всего нету. Ведь должно быть. Так, это все не то.
Вот этот ящик, что тут? Это у нас слиток стали. Ребят, по-моему, мы с вами приплыли в плане того, что нам нужен металл. Во-первых, нам нужна руда. Да? Нам нужна будет руда. А это что у нас такое? Бумажный пресс? Зачем я его сюда на улице поставил? Кто мне скажет? Сам не пойму. Так, ладно. Где у нас с вами железная руда? Вот она. 120 штук. Слушай, ну этого нам за глаза для того, чтобы сделать слитков целую кучу. Ну-ка, вот они, слиточки наши, да? Железный слиток. А, мы можем с вами перерабатывать также металлолом. Ну, я думаю, будем вот так вот делать. Да на всю партию мы с вами закажем. Я думаю, это будет замечательно. Вот таким вот образом. Так, создать. А мы еще должны сами разве добывать? По-моему, все автоматически. Единственное, что хватает ли у нас с вами древесины. Я не вижу, чтобы что-то у нас тут производилось. Вот, пошел процесс. Наверное, будет очень долго это все делаться. Слушай, а если мы с вами пойдем, да, и выложим то самое пиво, которое у нас в данный момент с вами есть на руках. Сколько у нас там с вами? 10 кружек пива. Я думаю, что этого, наверное, будет достаточно для первой партии. А пока тут будет этот металл делаться, дальше, может быть, там какие-то новые задания будут. Давайте зайдем, посмотрим, как там у нас чувствует себя Герри, если он вообще со мной будет разговаривать. Так, он не хочет говорить со мной. Ясно. Кстати, мне нужно будет... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, ребята. Сейчас испортится. Я могу сюда положить? Нет, не могу. Блин, надо что-то делать. И как можно срочно. Так. Как же нам там зомби? Зомби, по-моему, делается вот здесь. Вот на этом станке я хочу сделать. Так, стол воскрешения. Нам не хватает экстракта зомби. Твою ж налево. А экстракт зомби хоть есть у меня где-нибудь здесь? Тут одни мозги, сердца и тому подобное. Я уже, честно говоря, забыл, как делается экстракт зомби. Если честно, нам нужно вспомнить это все дело. Ну-ка. Так, это у нас не то. Вот здесь, да, создается? Экстракт зомби. Для этого нам нужно порошок здоровья и кровь. Порошок здоровья я, по-моему, выложил только что в какой-то из ящиков. Да чтоб тебя. В какой ящик? Так, и кровь. Как раз у нас, ребята, кровь и кровь там будет. И порошок здоровья. Давай быстренько с вами сделаем. И, кстати, вот этих вот трупаков, которые у меня там лежат, сделаем в зомби. А зомби потом мы с вами будем расставлять как раз по местам. Так, кровушка должна быть где-то вот здесь у нас хранится, может быть, даже вот тут. Нет. А вот так, кровушка, вот она. Забираем всю. Не хватает места, да, мне? Выложим тогда, наверное, с вами ведро с водой. Кровь забираем. Так, давай-ка мы, наверное, еще выложим... Что? Ну, давай семена капусты. Они, правда, не там должны лежать, куда я их сейчас бросил. Они должны... Все на своем месте. Я в свое время все, ребята, расставлял, как полагается. Так, тут у нас стамески. Ведь я же помню, что порошок здоровья у меня где-то был. Мы с вами освобождали место. Мы освобождали место. Вот только куда я это все положил, совсем забыл. Так, тут у нас эликсир исцеления даже есть. Так, может быть, вот в этом вот ящике, да? Нет. Ребята, вон уже потихоньку у нас делается железо, но почему-то не целой партии, как я хотел сделать. А в чем проблема-то? Так будет, что ли, по одному? Надо все это вспоминать как можно быстрее, иначе... Иначе начнется у нас тут коллапс. Так, здесь тоже нету. Да что ж такое, у нас зеленое желе. Все, что хочешь, кроме порошка здоровья. Такого быть не может. Он должен быть у нас. Иначе нам придется опять варганить его, да? Хм. Да что ж такое-то? Это, ребят, непорядок. Ладно, пойдем посмотрим, как вообще делается этот порошок здоровья. Может быть, нам проще его сделать, чем искать тут по всем этим ящикам. Порошок здоровья. По-моему, вот здесь, да, он делается? Или нет? Кислота.
Усилитель вкуса. Так, это мельница. Так, это у нас исследование. А ты-то что здесь стоишь? Ты что создает? Он там что-то стоит. Так, это у нас бумага. Все не то. Ладно, давай, ребят, посмотрим, как создается порошок. Здоровье. Так, это у нас смешивание. Порошок порядка. Это не то, ребята, все. Это абсолютно все не то. И это не то тоже. Так, дистиллятор. Подожди, я уже все позабыл. Так, экстракт зомби. Порошок здоровья. Мы с вами сможем сделать 4 порошка, если найдем. Если найдем порошок здоровья. То есть 4 экстракта сделаем, да? А по идее, ребята, вот это вот все должно быть у меня где-то записано. Ведь я же когда-то создавал это все дело. Создавал. Поэтому из чего у нас делается? Порошок-то это здоровье. Ладно, ребята, пойду я пока искать порошочек, короче, потом продолжим. Ну что, друзья мои, вот он, оказывается, где у меня лежал этот порошочек. Отлично. Так, ну что, пойдемте с вами сделаем несколько, так сказать, оживлялок, да? В данный момент 4 штучки у нас должно получиться. Один зомбарь там валяется, плюс еще 4 будет. И это будет классно, на самом деле, потому что работнички нам здесь понадобятся. Так, идем сюда за этот стол и делаем 4 штуки. Вот так вот. Давай, давай, варгань, братюня. Так, экстракт зомби. 3 и 4 последнее. Все, ребята, теперь быстренько с вами идем куда? Конечно же, в морг. Куда еще? У нас морг вот здесь вот находится. То есть у нас все соединено. И морг, и милый дом, и как нам только тут не страшно бегать. Пойдемте быстренько оживим вот этого вот зомбаря. Ну, ты готов, зомби? Подожди, а как нам? Как нам сделать? Что опять не так? Ты же должен делаться, так ведь, парень? Что-то я совсем, ребята, запамятовал, как тут нужно сделать. Так, давай-ка его, наверное, сюда поближе положим. Вот этот стол, что у нас делает? Вот этот. Кровь, да, перекачивает, по ходу дела. Слушай, я не могу вообще ничего сделать, смотри. Даже не действует никак. Это очень, кстати, странно. Это, ребята, очень странно, потому что, по идее, мы должны с вами сделать зомбаря. Но сейчас почему-то ничего не выходит. А что случилось? Почему у меня ни один мой стол не работает? Я даже не могу зомбарей, ребята, забрать. Нет, могу. Вот. Забрать тело? Нет, тело мы забирать не будем. Нам нужно с вами стол воскрешения. Так. Смотри-ка, вот сейчас все стало делаться. Выбери ресурсы для создания. Так, погоди-ка. Забрать тело. Положить. Воскресить невозможно. Тело испортилось. Господи, понятно, ребята, тело испортилось. А, оно, наверное, стухло, скисло. Я не знаю, что там с ним случилось. Да, господи, ты можешь забрать его просто-напросто. Давай. Сколько там у него, ребята, процентов? Забери его, говорю-то, ёпрасоте. И брось его вот сюда, брось каку. 0%. И я теперь понял. Значит, и тот, ребята, тоже протух. Вон, который лежит на палете на этой. Ну а ты, я могу тебя воскресить? Здесь можно создать. Так, можно создать. Опять тело испортилось? Подожди-ка. А не слишком ли вы быстро портитесь, дорогие мои? Забрать тело. А ну-ка, ты-то как, хорошо хоть? Воскрешение. Воскресить невозможно, тело испортилось. Да почему оно испортилось? Такого быть не может. Друзья мои. Так, бальзамирование. Выберите ресурс для использования. Ну, предположим, я вот так вот сделаю, да? Положить. Бальзамирование.
А я не могу, да? Ничего сделать, ребят. Погоди, а в чем прикол вообще? У меня все есть, я ничего не могу сделать. Наверное, нам придется с вами сжигать эти тела. Нам нужны именно, наверное, свежие, судя по всему. Эти все пришли в негодность. Для того, чтобы сжечь эти тела, нам нужно, ребята, выйти сюда и вот положить на вот эти вот, как говорится, доски, где мы их будем с вами запаливать. Раз у нас не получается их оживить, значит, будем уничтожать. Так, что у нас тут? Ага, пепел, все это есть. Ну что, давайте, ребята, наверное, поджигать. Пускай они горят. И пойдем, наверное, остальных там заберем, которые валяются у нас бесхозно. Вот этот, я больше уверен, тоже протух уже. Наверняка, да? Забрать тело. Мне, наверное, придется свои старые видосики, ребят, смотреть, чтобы вспомнить, как реанимировать этих зомбарей. Что нужно сделать, какие именно манипуляции. Так, пепел забираем, забираем. И сюда, наверное, я его положу. Ладно, хорошо, у нас там все равно есть один, ребята, из зомбарей. Он нам еще сыграет службу. Так, а для того, чтобы сделать, нам нужны с вами сложные, да, детали и простые. Я думаю, что сталь уже сделалась, хоть сколько-то. Так, где она? Ага, вот. Отлично. Ну и давайте уже с вами создавать. Так, нам нужны сложные детали были. Я не знаю, сколько там штук, не помню уже. Мы сделаем, давай-ка. И простые детали, да, нам нужны. Так, энергия улетает со скоростью просто света у нас. Так, чем больше сделаем, тем лучше для нас. Так, и простые теперь давай заварганим. Слушай, маловато, надо вот... Давай-ка еще маленечко, вот таким вот образом. Погнали, ну ты будешь создавать у меня или нет? Куда ты пошел-то, елки-палки, ты говорю, делай, да. Да не открывай ты сундук, а делай, говорю, создавать. Ребята, я не могу понять, почему? Почему он бегает? У него должна быть работа. А он не хочет работать. Ну я же заказал. В чем опять проблема, я не понимаю. Надо кликнуть, да, на этот, на энергию, чтобы она все-таки заработала, якобы. Ладно, поехали. Что нам там нужно? Давай посмотрим, ребята. Зомби-пивоварня. Все. Ух, елки-палки. Я могу... А, я всего лишь одну штуку могу соорудить. Ладно, давай заварганим. Не хватает энергии, понятно. Нам придется еще немножко бухнуть капельку. И создаем как раз у нас там. Вот. Слушай, она огромная просто. Ну, все, парень, хорош отдыхать. Иди, работай. Положить. Все. Теперь мы можем заказывать через него, да, все это дело. И для того, чтобы создать кружку пива, нам нужно с вами добыть воду. А я воду выложил. Ну, в колодце, ребята, воды у нас хоть отбавляй. Поэтому ничего страшного нету. Идем вот к нашему колодцу и добываем воду. Так. Воду добываем ведрами. А уже из ведер нам ее придется вот так вот, да? Все, отлично. Пойдемте-ка обратненько с вами. Я просто хочу посмотреть, ребят, как он будет работать. Ну, конечно, не покажут, как будет он тут двигаться. Но сам процесс должен пойти. Кружка. Чего? Обалдеть, сколько нужно воды. Ну все, ребят, я заказал, и он приступил к делу. Ну что же, а мы с вами в этот момент пойдемте отправимся по нашему короткому пути. Я пиво-то хоть взял с собой? Да, 10 кружек у меня есть. И нам нужно, естественно, выложить. Как говорится, начать процесс нашей торговли, да, пивком. Чтобы наш бар уже заработал и начал приносить хоть какие-то копеечки. Пока вспомнишь все, ребята, елки-палки. Ну, ничего страшного, все это быстро, как говорится, наверстывается. Так, мы сюда с вами пришли. Герри уже тут стоит. А что ты здесь стоишь?
отдать статуэтку древнего бога. А мы еще ее не получили. Кстати, нам нужно будет поговорить с Кризвольдом, да? Чтобы узнать, что у них там произошло в городе. Ох ты, а у нас уже, смотрите, тут народ ходит. На палеты поставить пивасик. Может быть, сюда можно? Расскажи-ка мне еще раз об алкоголе в палетах. Покажи свой инвентарь. Бармен. Так, а мы с вами здесь что-то можем еще и построить. Шкаф с артефактами. Стол. У нас, кстати, стола нету. Нужны будут гвозди. Нужны будут деревянные балки, брус и гвозди. Это шкаф с артефактами. И алкофестиваль даже можно здесь сделать. Ничего себе, звезда репутации. Представляете, мы свой бар сможем прокачать до 5 звезд. Так, все. А, это у нас копилка, я понял, все. Так, ну что, мне нужно поставить пиво на палеты. Палеты у нас находятся вот здесь. Выкладываем, да, всю партию. Так, положить пиво на палеты. А, нужно еще и заслужить доверие для него. Ну, понятно, ребята, я выхожу и иду к Кризвольду, да? Который у нас утро-утро, поэтому он на месте. А это у нас кузнец, если я не ошибаюсь. И нам нужно выяснить, что же они делали в городе. Вот он, кузнец. Так, поговорите с Кризвольдом о поездке в город. Куда пошел? Эй-эй-эй, ты от меня так просто не уйдешь. О поездке в город. Кризвольд, куда вы ездили с Харадриком неделю назад? Отвали, рабочий день закончен. Меня ждет жирный стейк. Почему ты всегда такой недружелюбный? А ты бы был очень дружелюбный, если бы чертов контракт так испоганил тебе жизнь. Я думал, работа кузнеца интересная. Мечи там, копья, щиты. Ага, сейчас сплошные колокольчики для коров да ложки для харадриковой таверны. Хм, и как убедить его говорить? Поговорить с Кризвольдом еще раз. Знаешь, я сочувствую твоей тяжелой жизни. Правда? Не верю, но спасибо за добрые слова. Ну смотри, Харадрик покупал новый парфюм для женушки. У них вроде годовщина свадьбы скоро. Это для нее сюрприз. Так, рассказать Чейн о секрете мужа. Слушай, ну это же будет как-то нечестно с моей стороны, да, ребят? Ну что, я ему сейчас расскажу, и накроется весь сюрприз от Харадрика. Но, тем не менее, он загульный парень, поэтому сам пеняй на себе, да? Так, пойдемте-ка, ребята, к жене. К Чейн, где она? Вот она стоит здесь и ждет уже меня, судя по всему. Тебе лучше поговорить с моим мужем, он тут заведует всем. Раскрыть Чейн тайну Харадрика. Кризвольд сказал, что Харадрик купил для тебя новый парфюм, и это тайна. Что, мерзавец, ему не нравится мой любимый парфюм? Уж лучше бы он завел любовницу. Забирай свою статуэтку, а сейчас я выскажу ему все, что о нем думаю. Так, пошли разборки, ребята. Так, ну а мы-то... Похоже, мне лучше незаметно удалиться. Так, ребята, мы с вами получили первый артефакт. И, конечно же, нам нужно его поставить в нашу машину. В нашу машину, которую мы нашли в подвале. Так-с. Интересно, что нам сейчас расскажут или покажут? Бедный Дик тоже, да, ребята? За счет него мы построили таверну, а он здесь как будто не при делах. Так тоже как-то нечестно, на самом деле. Так, нам нужно вот сюда пойти. Ну, и что же нам тут? Так, отдать статуэтку древнего бога. Статуэтка, я достал. Странно, она так знакомо выглядит. Ха, да это же вылитый мужик с красным глазом. Хм, ладно, и что теперь? Запихиваю ее прям туда, под экран с кнопками. Аккуратно, аккуратно, готово, жми рычаг. И давным-давно древний бог создал небо с земли, пшеничные виски и трех сестер-жриц, чтобы служили ему. Звездные войны. И так ему понравилось, что он создал жрецов-легионеров и много других людей, чтобы тоже служили ему.
Люди были глупы, ничего не знали и не умели, но древний бог был щедр, и он давал людям дома, еду, воду, одежду. А после смерти их души летели через древний мост в страну мертвых. Но, как и во всех великих историях, все испортила любовь. Это все? Это он рассказал мне историю про древнего бога? Да, ребята, очень занятная была история. Тихо, погоди-ка. Опа. А это что такое у нас? Это что за время такое? Хм, интересно. Ты решила поиграть в прятки, моя красноволосая пташка? Я здесь, но вот с пташками, зайками и лягушечками нам придется закончить. А, я понял, хочешь быть моей киской? Рррр. Киской? Хори, ты ведь догадываешься, о чем я? Ну да, просто скажи, какое животное тебе нравится, и я... О, господи, пойми, я ведь жрица древнего бога. Конечно. И он выбирает судьбы для каждого из нас. Совершенно верно. Так вот, моя судьба — служить ему. Выходит, все напрасно. Мы никогда не сможем быть вместе. Хм, нет, Чейн. С последним пунктом я категорически... Тихо, кто-то идет. Что себе там делает? Не согласен, если... Какие могут быть если, Харадрик? Мы с сестрами можем видеть будущее, и у нас с тобой его нет. Вот оно что. Ну так это ты невнимательно смотрела, мы будем вместе. Хори, постой. И даже сам древний бог меня не остановит. Не понял, это Харадрик и Чейн? Что это за дела такие? Времена-то какие? Что-то очень странное тут происходит. Ура, работает, потрясающе. Назад в будущее мы получили с вами достижение. Погляди на дату, это было 210 лет назад. Как мы могли там видеть Харадрика и Чейн? Ну да, они слегка старше, чем выглядят. Может, все дело в косметике или здоровом образе жизни? Кстати, ты можешь смотреть одну и ту же сцену несколько раз. Хм, поехали дальше. Так, следующий артефакт — это древняя фляжка вина. И... она у Адама. Или сына фермера, или мельника. Черт, помехи пошли. В общем, придется тебе проверить всех троих. И чего мне делать с этой статуэткой? Под подушкой держать? Можно. А можно построить в таверне специальный шкаф и сунуть ее туда. Куча людей обожают древнее барахло, а некоторые даже платят, чтобы на него глянуть. Хранитель кладбища, садовод, хозяин, таверны, а теперь еще и смотритель музея. Так, ну что? Отдать древнюю фляжку. Забрать, короче, фляжку вина у Адама, сына фермера или мельника. Сына фермера или мельника. Так, что у нас тут происходит? Нам, во-первых, нужно, ребята, поставить столы в конце-то концов, да? Если мы хотим, чтобы у нас тут что-то пошло. Для этого нам нужны гвозди и брусы. Также нам нужен шкаф с артефактами. Это мы все с вами сделаем. Но сначала я хочу посмотреть, где у нас... Хотя ночь на дворе. Полетели-ка мы домой. Полетели-ка мы с вами домой. Наберем с вами... Так, милый дом. Всяких брусочков, да? Деревяшечек и... Все будет у нас хорошо. Так, где у нас пилорама-то наша? Где она? Так, я тут еще не доделал маленечко. Давай-ка завершим. Вот так будет лучше. Сталь варганится потихоньку. Так, подожди, а где у меня, ребята? Вот она. Вот она, моя пилорамочка родная. Так, что нам нужно? Нам нужно очень много брусов. 32 штуки, я думаю, нам будет достаточно. Так, сделаем брусьев, да? Потом нам нужны балки. Это я точно помню. Значит, нам еще надо будет балок наделать.
и гвоздей. Да, об этом не стоит забывать. Так, подожди, дай-ка я, наверное, энергию немножко себе восстановлю. Использовать. Подожди, я же нажал. Использовать. Во. Одной бутылочки, ребят, достаточно, чтобы полностью восстановить себе здоровье. Но мне показывают, что я уже переутомился. То есть, хочешь не хочешь, а нужно идти спать ложиться. Ладно, пойдемте, ребята, киморнем маленечко. Потому что вот этот значок, да, ребят, с ним не поспоришь. Пускай мой паренек отдохнет, да? И мы сразу приступим с вами к балкам. И гвоздей нужно наделать. Ну что, выспался-то, все? Я отлично выспался, говорит он, и мы с вами идем дальше. Что у нас тут такое за туман? Туман, туманище. Так, деревянная балка. Давай-ка мы сделаем вот так, 36 штук. Может быть, конечно, перебор. Но все равно пойдет. Подожди, у меня не хватает места. Верно? Стопудово не хватает места, потому что все здесь забито. Алхимический рецепт у меня какой-то здесь еще в кармане. Так, статуэтка древнего бога. Нужно будет ее выложить. Соль. Давай, наверное, уберем ее отсюда. Так, и продолжаем работать. Балочки, это очень даже хорошо. Так. Опять закончилось место. Слишком быстро все это заканчивается. Что мы можем сюда выложить с вами? Давай, наверное, комбо-молитву выложим. И порошок здоровья, в принципе, мне тоже пока он не нужен. Главное не забыть, где он хранится. А то потом, мало ли, опять понадобится. А я буду его искать. Так, балки, но еще и гвозди нужны. Слушай, может быть, достаточно? Хорош уже. Все-таки много наклепали. И гвоздей. Сделаем штучек 48. Вот так вот. Куда звук-то пропал? А, на месте все, я же думал. Немота наступила какая-то. Слушай, быстро мы с вами гвоздей тут наклепали. Так, ну что, пойдемте, наверное, с вами мы сделаем и стол, и стулья, и шкаф, и все прочее, да? Но опять придется идти через подвал. Так, и нам нужно будет найти с вами Адама. Это сын мельника или фермера, так и непонятно. Ну, чей-то сын, это однозначно. Фермер у нас находится где? Где огороды, да? Где у нас поля? А мельник... А где у нас мельник находится, а? А вот этого я не помню. Ладно, по-моему, мельник тоже там находится, только он вроде как выше. Там у него должна быть... Это, как ее, мельница, которую мы с вами починили в свое время. Так, давай-ка выйдем. Зайдем в нашу таверну и будем потихоньку тут, наверное, с вами делать. Так, во-первых, нам нужен... Давай стол сделаем для начала, да? Шкаф, точнее, с артефактами. Ух ты, вот он. Я могу, наверное, туда поставить свою вот эту статуэточку. Выберите, вот... Хе-хе, репутация пошла, отлично. Так, теперь делаем с вами столы. Так, стол. Ага, всего две штуки пока мы можем сделать. Гвоздей не хватает, да чтоб тебя. Не хватает, ребята, гвоздей. Давай-ка сделаем хотя бы один. Вот, гости дорогие, садитесь. А вот пивко-то ты как? Расскажи мне еще, так, покажи свой инвентарь. У него нет, ребята, ничего. Да, это плохо, кстати. Насчет пива на палетах. Я положил пиво на палеты, как ты просил. Отличная работа. Может, есть вопросы? Что это за панель со звездами рядом с тобой? А, панель репутации. Ее заполняет каждая капля проданной выпивки. Заполнил целиком, получишь одну звезду репутации. Звезду репутации? Что это еще такое? О, проще простого. Звезды репутации нужны для проведения мероприятий. А зачем нам мероприятие-то? Да ты что, это же ужасно весело. И это лучший способ развлечь гостей и заработать. Вот, смотри, успешное мероприятие доходнее, чем пара недель без мероприятий. Суть в том, что время мероприятия можно продать уйму еды и выпивки. А расскажи мне о еде. Главное, что еда должна соответствовать мероприятию. Неподходящую еду тоже удастся продать, но...
Но тут и цены поменьше, и продажи будут невысокие. Хм, а как мне начать мероприятие? Легко, правда тебе... будут нужны звезды, репутация, рекламные листовки и немного веры в себе. Спасибо, Юрик, увидимся. Понятно все. Самое плохое, что, ребят, мне не хватило гвоздей, и на еще один стол. Дождик у нас тут пошел. Так, ну что, давай посмотрим по карте, где у нас с вами находится фермер. Так, пшеничная ферма, да? Пойдем, наверное, зайдем для начала туда. И самое интересное, что непонятно, чей Адам сын. Фермера все-таки или кого там еще. Сейчас мы будем все это узнавать с вами. Потихоньку, полигоньку будем разгадывать этот клубок. Но самое интересное, что нам показали видосик, да, где Чейн и Харадрик 210 лет назад, я не знаю, там какой-то... Такое ощущение, знаете, как Римская империя была, да? И она там была заложницей какого-то древнего бога, я имею в виду про Чейн. Харадрик ее, так понимаю, высвободил. Ну-ка. Я так устал без работы. Воспользоваться... Так, а фляжки вина? Привет, скажи-ка, у тебя фляжки вина нет? Фляжки вина? Нет, конечно, алкоголь это же отвратительно. Конечно, если речь не о моем фирменном пшеничном виски. И ты пьешь это виски из... Прямо из бочки в погребе. Впечатляет. Более вопросов не имею. Так, ребят, значит, это не фермер. Хорошо, погоди-ка секунду. А кто же нам тогда нужен, кроме фермера? Давай посмотрим. Так, мрачный человек с руками бродяги. Тут вот еще, кстати, фермер один. Ладно, давай спустимся с вами вниз и посмотрим. Может быть, он нам что-то подскажет. Пока у нас на дворе день. Так, вот он стоит. Наверное, все-таки у них будет сын. Потому что вот жена у него. В плане. Я ошибся? Надо дела сперва закончить. А то папка рассердится опять. А, фляжки вина. Знаю, глупо подозревать тебе, мальчик. Но ты случайно не употребляешь вино? Что? Как ты узнал? Ладно. Это было не глупо. Не должишь мне фляжку? Ну, возьми, но только обещай, что отец ничего не узнает. По рукам? И все, ребята, вот так вот мы с вами получили древнюю фляжку легко и быстро, изи. Я бегу прямиком... Не, ребят, я бегу прямиком домой, чтобы набрать гвоздей. У меня нехватка их просто-напросто. А мне нужно с вами сделать еще один стол, вы это прекрасно знаете. Так. Ну-ка... Гвоздей наклепаем сейчас с вами до кучи. Вот таким вот образом. Давай сделаем. Так. Гвоздики, энергия улетает со скоростью света у нас почему-то. Все, теперь мне придется, ребята, идти пешкодрапом на самом деле до самой нашей таверны. Слушай, а бродяга, а что ты вот у меня стоишь и ничего не делаешь? Что тебе там не хватает? Не хватает тебе воды. Пока мы с вами, ребят, далеко не ушли, давайте наберем воды. Отдадим и пускай он будет там делать пивасик для нас. Точнее, для нашей таверны. Так будет правильно сказано. Так, у нас местечко есть? Еще и пока есть. Так что можем вполне, ребята, с вами. И, так что, взять? А, мы можем вот так вот? Ёлки-палки, ничего себе. Чего себе у нас воды? Сколько там у нас? Ух. Нормуль. Нормуль, я тебе скажу. Так, давай-ка мы зайдем сюда и запустим в производство вот эту пивоварню. Кружка пива. Так, мы можем даже с вами золотое пивко сделать. Так, не хватает чуть-чуть. Ай, чуть-чуть не хватает. Ну ладно, вот так вот мы с вами запустим, да? Пускай делает. Вот, пошел, ребята, он варганить для нас пивасик. То есть... Там сколько? 10 кружек, да, получается? 20 кружек он сейчас нам заварганит. И это будет круто. Так, а мы еще здесь даже можем заказать себе пивасик добротный. Пускай делается. Так, а по-моему, у нас больше не хватает пшеницы, если не ошибаюсь. Да, с пшеницей небольшой проблемс. Ну да ладно. Причем у нас, ребята, столько палетов. Это вот склад здесь должен быть.
сверху, да, у нас там есть такая штука, которая может товар опускать вниз. Но я почему-то этим пока не пользовался. И я не знаю, придется ли мне когда-нибудь вообще этим делом заниматься. Сейчас самое главное что? Построить стол и поставить фляжку. А, мы сейчас с Герри поговорим для начала, да? Мы сейчас поговорим с Герри. Так. Отдать древнюю фляжку. О, да тут осталось немного вина. Полусладкое. Вкусно, но маловато. Ладно, суй ее в дыру. И мы с вами посмотрим очередной видосик. Поехали. Опа. Опять, ребят, какой-то древний Рим. Отличная погодка нынче. Давно стоишь? Второй день. Второй день. Следующий. Великая жрица Клота, у меня нижайшая просьба к древнему богу. Я... Уважаемый, короче, а? Очередь. Наш бог учит, молитесь, и я дам вам все, что пожелаете. Так вот, 3 месяца подряд мы ничего не делали, только молились, и... Ар, древний бог, на кой черт ты их создал такими болтливыми? В общем, у нас закончилась еда. Ты достойный человек, мой друг, древний бог ценит, ах. У нее обморок, Чейн, помоги, Клота, Клота. Я в порядке, Белла. Это древний бог послал мне видение. Сестры, грядят что-то ужасное. Я дико извиняюсь, но как насчет меня? Домой иди. Там все будет. Хлеб, соль, черная икра. Следующий. Вот это жесть, ребята. Простите, я только спросить. Древний бог запрещает лезть без очереди. Нифига себе. Людей просто голодом морят. Клотта, но Клотта, это же старая безумная ведьма с болот. Святое бухло, как же она деградировала за 200 лет. Слушай, а тебя там что-то не видно? Но это ведь только начало, верно? Продолжаем, следующая вещь, древняя дверная петля. Хм, она в земле между деревней и домом Дига. Придется тебе идти и выкопать ее. Хм, может я уж заодно еще один артефакт достану? Хм, почему нет? Шлем легионера, а находится он в доме фермера. Хм, час от часу не легче. Только помни, мы должны придерживаться верного порядка артефактов. Так, новое задание, новое задание. 2 новых задания. Короче, нам нужно с вами выкопать... Между деревней и домом Дига, то есть вот здесь вот, да, должна быть кучка, вижу. Вижу кучку, давай посмотрим. Древняя дверная петля. Слушай, она должна быть следующая или нет? Я, честно говоря, не знаю. Сейчас проверим все это дело. Смотрите, ребята уже тут сидят, вовсю бухают. Надо еще один стол нам сделать. Вот так вот. Будет самое то. Мне ничего не жалко. Главное, чтобы копеечка шла в казну. И все будет крутенько. Ну-ка, сколько я зарабатываю там? Что-то пока ничего не заработал. Пока. Ладно. Я ведь могу сюда поставить древнюю флягу? Она же уже как бы не нужна мне. Вот. Отлично. Так, ну и пойдемте отдадим древнюю петлю. Древнюю деревянную... Деревянная или железная, неважно. Ну-ка. Так, отдать древнюю петлю. Прости, но она очень сырая и грязная. Хм, ха, говорящие черепа грязи не боятся. Так, смотрим дальше. Осел также возит трупов до сих пор. Ступай с миром, наш покойный друг. Счастливого тебе пути через древний мост в землю мертвых.
Пс, пошли делить наследство. Опа, опа, смотри, что происходит. Куда это он полетел? Что у них за привычка помирать по выходным? Клота, какой сюрприз? Чаю, кофе, может, медовухи с перцем? Ну нет, мне одного раза хватило, Дигус. Наш бог послал мне видение. Я видела пожары, окровавленные клинки мертвецов, а еще древний портал. Видение, ох-ох-ох, я же предупреждал, твои эксперименты с травами до добра. Мне нужны ключи от портала, Остряк, сейчас же. Ну нет, древний бог запрещает их отдавать, может лучше кофейку с кексом, а? Видение, Дигус, он хочет, чтобы мы использовали портал. Клота, не кричи, в твои тысячу с лишним лет волноваться вредно. Ах ты, а ты за Харадрика не боишься? Твоего приемного сына. Боюсь, и именно поэтому не дам ключи. Портал непредсказуем и опасен. У тебя кекс вместо мозгов. Старый ты болван. Я немножко не понимаю, ребята, что тут происходит, но довольно интересно. Эй, я помню это место. Старый смотритель меня там выкопал. Он искал запасные кости для своих зомбей. Проснулся, ничего не помню, но чертовски хочется пива. Кстати, он меня и назвал Герри. Так, древняя петля. Я пойду ее поставлю туда, на место, где у нас шкафчик для артефактов. Потому что она нам уже не нужна, мы просмотрели все это дело. Так, где ты у нас, вот. Отлично. Так, ну что, ребят, качество таверны 18. Нам нужно что сделать с вами? Найти... Подожди, я уже забыл, какое задание-то у нас там, елки-палки. Так, звездочет, торговец, епископ, трес. Так, фермер, да? По-моему, что-то связано с фермером. Где у нас фермер? Мрачный человек с кулаками работяги. Так, а вот Адам. Кори. Подожди, а где мы можем с вами посмотреть основные задачи? Любопытный епископ, это все не то. Блин, ребят, я забыл, что нам нужно сделать. Это мы выкопали, это все понятно. Мы должны пойти к фермеру или к кому? Я не помню. Ну что, ребята, я думаю, что нам, наверное, на сегодня хватит. Полетели домой. Мой смотритель поспит маленечко, да? И мы с вами увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. А я заодно пересмотрю и вспомню, куда нам нужно с вами идти. А то как-то сейчас я тут буду бегать. На 3 часа все это затянется. А так, пересмотрю видосик и вспомню, куда нам нужно будет идти. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!